Заходите за ширму и раздевайтесь. А? Туда? Да. Ой. 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 Это что за ширма такой? Совсем что ли раздеваться? По пояс. Доктор, у меня по пояс нормально. У меня ниже пояса катастрофа. Так, что там у вас? Ну, это я тут к одной хожу. Но? Жена не знает, не надо говорить. Но? Ну, она сказала, мужа 3 дня дома не будет. Но? Я пришел. Но? Еще пацану вот это принес. А он, сволочь, вернулся неожиданно. Но? Чувак, ну я с балкона прыгнул, бегу, бегу. А он, сволочь, из ружья. Солью прямо сюда, в яблочко. Но... Разве можно в живого человека солью стрелять? Человек вам что, помидор, что ли? Давай, поможь. Температура есть? А? Температура есть? Тут нету. А там? Там горит. Доктор, мы меня теряем. Давай быстрее. Стул нормальный? Какой стул? Я сидеть не могу. Давай быстрее помажь. Что там у вас? Ну там, это огнестрельное садевое ранение. Где? Там. Где там? Ну там. Где там? Ну как скажу? Вот так и скажите. Ну там, где спина раздваивается, там. Ой. Потерпите минуточку, я сейчас подойду. Минуточку, давай быстрее, горит, щиплет. Слушай, а мужчина врач нету, а? Неудобно мне это место тебе показывать. Ты женщина все-таки. Я не женщина, я врач. Давайте, показывайте. Ну тогда смотри. Я на тебя не буду смотреть, я стесняюсь. Помажь чем-нибудь. Ой. Ой, какая она у вас красивая! Ну просто прелесть! Спасибо! Обыкновенно, как у всех! Я всю жизнь мечтала о такой! Скажите! Где вы ее взяли? Твоя тоже ничего. О? Скажите, а где вы ее взяли, а? Ты взяла. Как где? Папа с мамой подарили. Простите, а вы мне ее не продадите, а? Слушай, как это я тебе продам? А без нее куда я буду штаны одевать? Продать не могу я. Ну почему? А земля может. Я друзей не продаю. Давай, помажь и отпусти меня. Вы знаете, я вам хорошо заплачу. Ну, я слышал, почки, печень продают. Ну, чтобы это такой спрос имело. Не могу продать это я. Давай, просто... А тогда давайте мы с вами поменяемся. На что? Ну, я вам свою, вы мне свою. Не надо! Зачем мне женский? Побожди, пойду я. Жаль. А я хотела сынишке подарить. У него как раз завтра день рождения. 3 годика исполняется. 3 годика? Да. Она же ему большая будет. Ничего, ему нравятся большие. Ну, мне тоже нравится. Давай, говорит. Ой, вы знаете, у моей сестры есть точно такая же. Но у нее вот здесь вот зелененькая, а у вас красненькая-красненькая. Конечно, красный этот гад меня в винегрет превратил. Ой, какая она у вас пухленькая-пухленькая. Ну, потому что опух. Ой, вы знаете, и у моего мужа есть точно такая же. А у меня, вот, слушай, у всех такая есть. Но она у него старая-старая и черная вся.
Если старая, что за старика замуж вышла? Твой муж-то не русский? Ой, а вы откуда знаете? Ну ты же сама сказала, что он черножёлый. Ну это черный у него. Если это черный, это наш брат. Давай, горите. Ой, какая она хорошенькая. Дайте я еще немножечко посмотрю. Слушай, это тебе что, телевизор что ли смотреть? Помаши, отпусти! Ой, какая... Ой, хорошенькая, но вот здесь вот, вот эта вот щель мне не нравится. Что не нравится? Ну, прорезь вот эта мне не нравится. Ее надо было прорезать не сверху вниз, а вдоль. Вот так что ли? Ну да. Вот у моей сестры точно такая же, я же говорю. У нее прорезь не сверху вниз, а вдоль, и очень красиво. Твоя сестра что, гуманоид что ли? Эту прорезь вот так нельзя делать. Ну почему? Потому что, когда будешь бежать, ач-ач-ач будет плохо. Ну, почему? Можно пуговицу пришить, например? Может, ты молнию сразу поставить? Или на липучку посадить. Слушай, ты случайно не ветеринарный хирург, да? Просто каким-нибудь лекарством помажешь, чтобы не щипало, и пойду я. Ой, подождите, подождите, а здесь что тут за кнопочка такая? О, я поняла, сюда можно бросать монетки. Я тебя что, копилка что ли? Или подождите, я ее еще красивее сделаю. Что? Я сюда посажу цветочки. Не надо туда! Все сажай. Просто помажешь и отпусти его. Ой, а вы тоже не знаете, для чего здесь эта кнопочка? Ну, конечно, знаю. Что это? Ты же. Это... Это мусоропровод. Ой, а здесь что? Маленькое висит спереди, а? Маленький, маленький. Это водоканал. А если их соединить вместе, что получится? О, ну, подожди, что получится? Канализация получится. Поможешь, отпусти меня. А давайте попробуем. Слушай, твоя фамилия случайно не Чикатило? Ой. Ой, извините. Я нечаянно. Ой, она у вас еще и крякает. Крякает? Сколько можно стоять здесь? Ой, подождите, подождите. По-моему, она мне еще и улыбается. Опа. Скажи спасибо, что не поет. Ой, прямо, прямо, какая хорошенькая. Точно, сколько все вы прямо. Слушай, сейчас пойду вашему главному врачу буду жаловаться. Сколько можно стоять здесь? Что вы орете? Я всего лишь хотела купить ее у вас. Слушай, ты мне продашь свой нос? Или ухо? Или твои тупые мозги? Как я тебе продам? Ой, ой, ой. Гражданин, что вы тут без штанов делаете? А ты же сама сказала раздеться? Я сказала по пояс. Подожди, это травмпункт? Травмпункт рядом, это массажный кабинет вообще-то. Не могла ты сразу сказать? Вы что, маньяк, что ли? Чем ты маньяк? Сейчас милицию позову. Сейчас стояла красивая.
куда тебе, что, Маганецкого, да?